Митинги в честь 120-летия со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова провели на проспекте, названном в его честь. Местные жители удивляются, почему до сих пор на этом месте не установлен памятник. Подвиг «Четырежды героя Советского Союза» Красносельский район увековечил памятной доской. Правда, расположена она на стене автоцентра. Здесь и прошел митинг в честь дня рождения маршала. Инициировали встречу учителя 293-й гимназии. Цветы пришлось возлагать на пластиковую тумбу, стоящую под доской. Прослышав о событии, к акции присоединились депутаты и сотрудники районной администрации. Для Красносельского района даты, связанные с Великой Отечественной войной, и ее героями имеют особое значение. На протяжении 3 лет территория района была передовой, на которой шли ожесточенные бои, и ценой немалых потерь был остановлен враг. К слову, в Парке Победы, где как раз установлена скульптура военачальнику, никаких торжественных мероприятий в этот день не проводилось. В свою очередь, администрация автоцентра планирует разбить сквер и установить там памятник Жукову прямо напротив входа в здание.